Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Артём и Артур, мы продолжаем проходить Diablo 3. Всем привет. Да, мы находимся в Северном Высокогорье и направляемся к замку Леорика. Зачем мы направляемся сюда? Мы, ну, наверное, убить его. Леорик нехороший человек, он, в принципе... Я знаешь, зачем тебе этот вопрос задал? Потому что мы оба ни хрена не знаем, зачем тебе идти. Видишь, хотел сумничать, но смысл. В общем, нам задали направление, и по дороге все умирают. Когда мы говорили, что это будет такое достаточно сюжетное прохождение, по-моему, мы... Погорячились. О, ты смотри, какая летает. Нам говорят, что мы идем убивать. Нет, короля Леорик, ты мы уже давно убили. Ты забыл, что ли? Мы корону погнули, меч продали. Факт, это, блин, было 4-5 назад. А теперь мы зачем-то идем к нему домой. Ну, вообще, насколько я помню, у нас украли того самого какого-то мужика незнакомого, который прилетел на метеорите, или он был метеорит. У меня вся локация в кровище. Да, тут такие. Такое ощущение, как будто, не знаю, бревном сверху мозжили. У нас украли, да, парень, который... Меч оставили, а самого этого товарища... Большой куш, ну ты понял. Да-да. Письки. Да, хорошие письки, с хорошей семьи. Так, блин, откуда взялся? Прикинь, он в трупе лежал. Это же мотылёк. Блин, размером с этот труп. Просто представь, к трупу подходишь, и из него такая вот хрень... О, это какая пакость. Вот. Такие дела. Я только собирался с фланга тактически оббежать. Фланг? Не слышал. Щепки одни летят. Так, плотные сапоги. У меня, кстати, шлем рогатый. Подошёл. Да, кстати, да. Я заметил. Так вот, у нас кого-то украли. Да-да-да. Кого-то украли. У меня уже инвентарь забит. Нафиг. Ну, можно сходить. У меня, в принципе, все вполне кейшно. Давай, я метнусь. Так, ну я тоже тогда. Попробую разобрать эти синие вещички. Так, подожди, это шедевральный возьму. Шедевральный. Шедевры-то оставлять неохота после себя. Да, да. Так, как же там разбирать? Ну, то есть разбирать-то понятно как, но у нас какая-то хрень получается в итоге. Какие-то банки непонятные выходят. Ага. На выходе. Так. 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 Достижение. Летучая эссенция получается. Ну да. А для чего она? Ну, чтоб была. У меня их 6 штук уже. Создавать. Ну а как создавать, хотелось бы понять. Вот изготовление доспехов. Так, остальные вещи пойду продам. Обычные. Я тут накопал кое-чего интересненького. Взгляни-ка. Так. Не пойму. Сейчас в комментариях будут подсказывать, для чего это. Не учитывая тот факт, что мы это прочтем где-то через неделю. Советы очень полезные. Да. Так, ладно. Получим благословение, на всякий случай. У меня есть 4100. Я могу потратить деньги. Я что-то сбитого не продал. Печально. О, какой-то зуб падшего дали. Обычный. Получается, когда кузнец разбирает на составляющие редкое оружие и броню. Видал? Угу. Так, ну у меня наплечников нет. Я хочу. Во, для наплечников требуется 5 летучих эссенций. А, так, а где ты это смотришь? Вторая вкладка у него. Изготовление доспехов? Да. Там наплечники выбрал. Ну, тут какие-то хреновые только есть, но хотя бы такие, потому что у него... То есть выбираешь любой этот товар, да? Да, и вот тут внизу написано, что... И он еще за него золото берет, и вот эту эссенцию, я так понимаю, да? Ну да. Ага! Семен Семенович. Так, а это я что не продал? О, так, теперь надо плечи. Так, у меня там где-то новый уровень завалялся. Ох ты, я В случайно нажимал. В нажимаю, у меня написано индикаторы здоровья монстров включены. Еще раз нажимаю, отключены. А, прикольно. Точно.
Так, ну теперь с плечами-то у меня совсем уже солидно стал выглядеть мой мужчина. Мой настоящий полковник. Так, получить благословение. Боги, что оставили нас. Так, ну что у тебя там? Готов. Готов, пойдем убивать. Так вот, о чем мы говорили? О том, что этого парня она своровала, Магда. Нам, кстати, сказали, что когда мы, мол, найдем Магду и убьем ее, ее нужно похоронить и надругаться над ее могилой. Я читал этот комментарий. Сменив букву Г там на букву Н. А че запросто? Какой там, в жмурках? А че, запросто. Да-да-да. Кстати, такой же вот бивень. Я просто подбегаю, как-то летать все начинает. Кстати, в муках герасики очень похож был. Здоровый. Да. Так, ребят, не убегайте. Ого, он меня убил. А у меня, я понял, камеру сейчас приблизил, то есть видно такой маленький кусочек. Ну, то есть персонажа видно хорошо. Ага. И смотрю, так в центре экрана пролетела тушка так плавно, так. То есть... летающие. Так, колечко нашел. Нынче в моде. Мне нравится, как у козлов отлетает эта штука. Так, подожди, тут чмо лежит. Так, оружие, топорики всякие, они бешено закручиваются от удара. Выглядит круто. Музыка опять тристрамовская. Да. Так, ушел. Ушел. Блин, он об дерево ударился. Ты там пока вырубаешь деревья. Так, тут у нас сундук. В сундуке у нас резак. Плазменный. Ага, плазмокаттер, да. Блин, ну вот я играл недавно Dead Space. Второй. Все-таки самый крутой там это Ишимура. Да, Ишимура, да, 5 баллов. Вообще нахлынуло столько. Тем более я довольно много времени прошел. Я играл первую часть. Ну, ты-то там вообще на экстриме, по-моему, играл, да? Да, это был. Тебя там рвали просто. Да, черт. Моя дырка в заднице. Я последнюю локацию там проходил, уже бежал, просто никого не убивал, потому что... Как? Я просто вот сейчас вот, пока мы разговаривали... Знаешь, как я дома прибираюсь? Я пыль под диван скидываю там ногами. Вот типа того, тут так же. Я просто раскидал всех врагов там по деревьям, там в тень куда-нибудь. Видишь, на поле ни одного нет. Ну да, конечно. Все так по кустикам раскидывают. Ролевая игра. Так, у тебя будет роль трупа. О, смотри, это лаг был, что ли? Не хотел умирать. Наверное. В моем случае это неприемлемо. Пинг видно. Да, да. Видел, как летает? Так, по-моему, круг сделали. Так, что-то мне какую-то шнягу дали. 220% урона от оружия в виде физического урона в течение 3 секунд. Если противник погибает, находясь под действием этого артефакта, то он вызывает момент смерти, нанося... взрывается. Момент смерти, нанося урон в размере 30%. Короче, блин, я ничего не понял, но я-то понял, что взрывается все. И это круто. Ага. Так, по-моему, мы... мы уже приближаемся. Уже вот-вот. Мы, по-моему... Так, я запутался. Вот все, пришли, да, через мостик. Подожди. Баксы. Баксы это козлы, баксы. У меня персонаж искал во имя меча древних. А у меня во имя богов. Каждого. Каждому свое. Да. Подожди, это что такое? Пентаграмма такая. Это логотип моего канала. Так. Мне интересно все-таки. Ничего не делает. Двуногие больше не смогут это портал, наверное, через который они лезли. Ну ладно. Сломаешь эти тотемы.
Ну все, можно, в принципе, идти через мост. У меня тактика обычная, не порталы, чтобы подкрепление вылезало разрушать, а подкрепление разрушать, чтобы оно через порталы не вылезало. То есть еще парочку порталов создал наоборот. Двор замка. О, там девушки. Я пошел на танец. Ох, меня откинуло, нифига. Вот это девушки. Отшили. Да, отшили только так. Блин. Раш, гаргон. Ох, какой фарш. Так, трофейный тяжелый арбалет. Так, ну, по-моему, всем понравилось. Ох. Летчики. Летчицы. Блин, там их дофига. На поле, я же боюсь. То есть мы идем туда? Да. Я девушек стараюсь не бить, поэтому я откидываю их от себя, чтобы никто не подумал, что это я. После обеда. Я... Как там? Я в полной завязке с обеда не пью, да? Ага. Так, это не портал? Нет. Нет. Так, мы идем в какую-то крипту новую. Это я люблю. Да, да, вот вены вообще. Ох, как улетело. Я опять их по углам раскидываю. И вроде как ничего и не было, да? Умело. Еще ногой так это. Он умело скрывал следы преступлений. Под ковер спрятал. Как и в прошлый раз. Жертва была сложена пополам. От очки скоро. Девушки. Девчонки. Она вообще куда-то на этаж выше ушла там. На соседнюю локацию, по-моему. Там мы встретимся. Так, ну тут деньги. Кому нужны деньги? Кому нужны деньги? А, так, ну, в принципе, ладно. Замок Леорика. Замок Леорика, это должно быть интересно. Красиво. Немножко не убрано, но, в принципе, да. Кто опять свечки? Я просто представляю, нежить ходит какая-нибудь такая и свечки зажигает. Свечки зажигает, да. Какой-нибудь этот там. Опа. Ух ты. Берсерки. Шайтан. О, нифига. По-моему, мы сейчас можем что-то огрести. Что, держись. Чего? Да я вас всех так раскидаю за это. О. Ну, ля, ты посмотри на эти лужи крови. Это уже не лужи, это просто как этот есть. Цветочки поливать, распылитель такой. Тут весь пол лагом покрыт. Как будто из него, блин. Так, о. Показания магли. У нас появилась новая цель. Девушка по имени Лия. Шпионы донесли мне, что это дочь ведьмы Адрии, которая скрывается охота, в Халдейской пустыне. Неспроста, видимо. Немедленно сообщите об этом повелителю. Не, ну ты же помнишь, как она там порвала всех в таверне там. Да, меня это тоже удивило, надо отметить. Жопу-то разорвала там козлам. Здесь всяким. Так много вкусных ответвлений. Да. Так, ну что здесь вообще было, Гайда? Да ничего, библиотека, может, какая-то. Библиотека какая-то. Читальная комната. Так, а куда нам идти? Пошли туда сходим. Ага. Тут, по-моему, тоже простая комнатушка, там еще налево ответвление есть. Вот туда нам, по-моему, нужно. О, берцовая кость Леорика, офигенно. Давно мечтал. Обгоревший до углей. Очевидно, что эта обуглившаяся кость Леорика некогда прикреплялась к его лодыжке и колену. Ну, ладно. Кстати, нам, кстати, гриб, помнишь? Да, только что хотел сказать. Ну, понял, да? Угу. Да, зрителям уж расскажем. Оказывается, здесь есть секретный уровень. Короче, давайте, у меня мозги что-то туго. Ну, какой-то секретный уровень. В общем, если вот этот гриб и еще там какие-то несколько предметов, что-то с ними сделать, то мы попадем на секретную локацию. Вот, типа как во второй Диабле там с коровами была локация. Я так понимаю, что здесь нечто подобное. Да, только здесь будут пони там, единороги, радуги. Да, в общем, Валхала. Так, вот, по-моему, по адресу пришли. А что, крыши нет? Там сверкает. Может, там окна.
что-то их тут этот, в больших количествах они опытом сразу падают. Не знаю, мне нравится, что у меня прям тройной удар идет. Пюпитер писца. Ты давай это не матерись тут. Кстати, крыши действительно, похоже, нет. Крыши. Кому нужны крыши? Крыши для слабаков. Да. Так. Его не остановить! Что-то я хотел посмотреть. А, кстати, колечко тебе там. Меня ругаются тут. Может, потом посмотрим? Давай. Тогда пусть ваша смерть принесет пользу. Владыка Белиал вознаградит такую. Да, пойдем. Я вывалился нечаянно. Провалитесь в ад, сектанты. Хотел подслушать, о чем они, но как-то не стерпел. И призову его смерть. Так, подожди, ее. Там понятно. Ох, полетели кишки. Тебе не спрятаться, Магда! А, отлично, задание выполнено. Ну, это как, знаешь, что напомнило? Фильм есть такой старый, вообще старый, офигеть. Его Питер Джексон снимал. Ночь живых мертвецов, что ли? Там, где он. Они какую-то обезьяну, что ли, купили. Не помнишь такой фильм ужасов? И смотрел. Эта обезьяна кого кусала, тот в зомби превращался. Ну ладно, тогда бесполезно объяснять. Ну, короче говоря, он там, это как комедия с черным юмором, где-то, наверное, 79-го года. Там взял... блин, что-то у меня с языком сегодня туплю. Как Бивис. Короче, газонокосилку взял такой и в толпу зомби побежал. И там руки, ноги, полетело все. Я такое что-то видел. Вот это с газонокосилкой момент я помню. Да, и потом пробегает такой, разворачивается, там коридор такой в зомби, и такие медленно поворачиваются. Блин, как же... Что там еще какие-то такие приколы вообще были? Вот это с газонокосилкой момент я хорошо запомнил. Потом этот ножницами для стрижки газонов в рот одному воткнул, раскрыл, у него башка отлетела, он туда гномика поставил. Тот потом полфильма такой ходил. Короче, вот такой туповато, прикольный. Так, это с раненым, может, поговорим уже, а то умрет еще. Они мертвы. Я ищу одного человека. Он одет в лохмотья. Да, человек с золотыми глазами. Магда увела его вниз. Старые пыточные. Леорика. Посочувствуй хоть немного. Умрет. Магда умрет. Все, он уже. Он долго ждал, пока мы тот фильм вспоминали. Да. Такой бы закончили. Питера Джексона, конечно, такого не ожидал. А по-моему, это не Питер Джексон, по-моему, это я погнал. Питер Джексон, по-моему, снимал этот. Властелин. Нет, да, Властелин он снял ужасы, но он снял Зловещие мертвецы, по-моему. Вот это, где там они едут в лес и там хибару находят. Ну и вот Армия тьмы. Ага. Ну, Армия тьмы уже, по-моему, не он снимал. Ну, короче, из этой серии вот первый фильм, по-моему, он снимал. Как-то да. Так, ладно, отсюда можно уйти. Ну, видок тут такой знатный, должен признаться. А там внизу, смотри, там же этот, собор стоит. Там вход какой-то. С крышей пробитый. И... А, лянь, точно. Нифига мы забрели. Ну да. Так, ну здесь выход. А нам туда и нужно на выход? Нам да, нам туда и нужно. А ты портал активировал? Да. Ну все тогда. Так, мертвых неудачников больше нет вроде. Отнюдь. Я не пьяный, отнюдь. Залы агонии звучит. Вот. Ох, ты посмотри здесь какие. А, прям какой-то такой. Пыточный, садомаза. За стенок дизайн. Какой-то. Немец, наверное. Да. Это все дизайнером был этого подземелья. Гестапо. Сейчас люди в латексе побегут на с голой жопой. С плетями. Порно. Да, надо поменьше смотреть, а то каждый день что-то... Завязывать, да, с этим делом. Да. Орудие для пыток, и вывалился просто огромный военный топор. Везет. А у тебя что там? А, вот. Говен. У тебя копье какое-то. Колечко. Как у тебя звезда тут в голове не жмет? Ненормально. Колечко восстанавливает 2 единицы здоровья при ударе. Так, у меня есть колечко плюс 5 единиц опыта. А, ну это который ты мне дал. И
плюс 11 к живучести. Да нет? Нет, тогда это хуже получается. Ладно, толкнем на базаре. Кто-то еще цыгане. Так, там я вижу шевеление. Шевеление улетело. Собрание анонимных магов. Здравствуйте, я темный сектант, и я маг. И хлопают, и сидят такие. О, тут Тарзан, Тарзан тут есть. И Тарзана. Тарзан, покровитель. Вот с кем, а с Тарзаном я еще не дрался. Хороший был Тарзан. Жильстый. Тарзана порвало просто. Трофейная двуручная дубина со знаком змеи. Ну-ка. Ух ты, вот это, блин, у нее медленно. Кстати, есть магический топор двуручный, 16,2 урона. Сколько там, 1.30 атака. Блин, я все-таки хочу эту булаву надеть, она мне видом нравится. А, так она еще двуручная? Нет, тогда не вариант. Ты со щитом хочешь бегать? Ну да. Не, ну если бы она, урон как бы у нее был бы соизмеримый. А так у меня одноручный, и то урон больше. А что у тебя за щит, кстати? Щит у меня на 98. А, понятно. Клиновидный, да. Щит. Тогда у меня 92 просто. Тогда хуже получается. Вот еще какой-то... Этот говно щит. Щит говно. Щит говно. Ну да, такая вот каламбура получается. Ох ты. Бля, ты не обжегся? Смотри там. Там пытарка вот, наверное. Да, руки опыток. Вот как она заорала. Как будто ее режут. А, ну да. Ее же и действительно режут. Великий визитор. А, так вот они сейчас тебя. Так, ладно, я пока сектантов побью. Изгоняли. А ты с великим поговори. Ох, все классно. Блин, я сегодня его убью. Ого. Куда полетел? Так, правительский фолиант. Что это такое? А, это для чародея опять. О, у меня уже кожаная мантия. Забит инвентарь. Кожаная мантия. Кожаный пояс. Плюс 17 к силе. Но нифига так. Хорошо. Че, у тебя опять забито все? Ох, наплечник я себе нашел. Да, все забито. Надо возвращаться в Тристрам. Че, такси? Такси. О, подожди, я сначала подберу тогда все. Давай. Так, сначала все развалим. Ну, я, по крайней мере, понял, как что тут делать. Сейчас себе куплю что-нибудь. Эдакое. Да. Ну, видишь, понадобилось всего лишь 10 серий. Ну да, как обычно. Ну, думаю, сильно ругаться не будут на нас. Ой, у меня вещь разлетелась на летучую эссенцию и зуб падшего. Нифига, ну вот зуб падшего у меня тоже есть. Нафига он нужен? Какой-то, видимо, может тоже один из... Я вообще вот эти предметы сейчас сложу в тайник. Вот тут, возле нашего портала. А, точно, у нас же тайник есть еще. Нафига их таскать, правильно? В том числе и эссенцию туда можно положить. Так. Я так. Думаю. Думаю. Товарищ Берия, уберите ведро. У нас после пьянки очередной такой бадун, просыпаемся. И что-то одного пацана пробило на вот эти сталинские там акценты. Товарищ Берия, уберите ведро. Так, я что-то у него, блин, отстой один. Я лучше деньги в него вложу. Ох, нифига, магический щит, броня 200. Да, я видел. Крутотень. Так, подлечимся, получим благословение. Раз уж мы... Так.
оказались неподалеку. А я с собой буду носить эту шнягу. Хотя нет, не буду. Ну, смысл? Ее, в принципе, только тут можно как-то использовать. Вот ты говоришь, что вещи ломаются только когда убивают. А у меня вещи все равно ломаются. Я, да, к нему подхожу постоянно, нажимаю починить третью вкладку. Угу. И где-то на 15-16. А, да, да, Аля, неправда. Ну, тогда это печально. Это ты сложил два лечащих? Или у нас у каждого свое? Нет, у каждого свое. Ты их, наверное, в самом начале игры просто не забирал. Они там лежат уже. Возможно. Срок годности проверь, кстати. Там уже сколько серий бегаем, они все лежат. Нет, об этом я узнаю, когда применю их на себя. Через 2 часа будет видно, короче. Смотри, что это такое? Зачем это? Это там внутри бегает кто-то, прикинь? Я не знаю, там какой-то скелет перекатывается, когда бегал с собой. Ну, чем устал, отдыхает. Центрифуга, ё-моё. Я же говорю, немцы. Фетишисты сраные. Я. Дыба. Пыточная бочка. Вот я считаю, пока это самое лучшее подземелье, в которое мы заходили. Очень оно мне нравится. Так, на дыбе тут, по-моему, кого-то. А, ты с другой стороны. Ну да, короче. Инквизитор, что ты хочешь? Идеальный вообще механизм для увеличения роста. Для увеличения не скажу чего. Пошляк! Старомодная подставка. Куда побежал? Где она? А, ну да, как обычно, я провтыкал. Убежден, что моим разумом пытается овладеть какой-то демон. Я слышу голоса, отдающие мне зловещие приказы, и порой теряю контроль над собственным телом. Лазарю это, несомненно, известно. Иногда он странно смотрит на меня, когда думает, что я этого не замечаю. Тут идет рассказ о том, что... Что? Леорик все-таки поддается влиянию Диабло. Ну да. Есть потихонечку уже вальты пошли. Угу. Потихоньку. Поддался на шепот обелиска. Да-да-да. О, там внизу какой-то бабай. О, там внизу. О, это эти изуверы. Дискотека 80-х. Дверь открываем. О, слышь, они к нам пришли. У меня паника. Да не убей его, персонаж. Нужно время. О, я о. Серьезно ранен. Мне нужно отваливать отсюда. Далеко не отходи, я ж могу лечить. Целительная шаманская маска сосредоточенности, но мне она явно не подойдет. Ну да. Но все-таки скорее, наверное, шаманская. Не факт. Нехило так навтыкали мне. Да. Для колдуна. Так, куда? Пойдем. Пошли в центр, может. Ну пойдем. Тут по кругу. Тут еще одна подставочка старомодная. Дневник Леорика очередной, четвертый уже. Там поверх кто-то бегает. Они к нам бегут. Сейчас к нам гости придут, походу. Сверху, короче, все. Угу. Так, а там дневник, да? Я как обычно. Я буду и дальше казнить всех, кого сочту изменниками, несмотря на все увещевания моих советников. Мне кажется, так они боятся и за свои жизни. Вот это оно. Лазарь единственный, решетки, кому я пока клетки, еще могу доверять. Тюремный блок. Угу. Какой-то. Лазарь он доверял, как же. Лазарь же им в кузов откнул, да? Я не помню. Ну, знаешь, чего тут не хватает? Это вот, чтобы вот на этих крючках висели насаженные люди. Тогда бы это точно первый Диабло был. Да, это гениально просто. Это создавал отличного подземелья. В первой части бегаешь, там такой мужчины, женщины на копьях висят. На пиках насажены, да. А здесь как-то не очень кроваво. Бьешь человека, просто фарш улетает. Ну да, всего лишь. О, тут ништяк лежит какой-то. Ух ты. Так. Нафиг щит. Щит это не мой профиль. То, к запасу ярости это мне пригодится. Вот
кастет я взял. Так, вот сюда нам, похоже, нужно. Там еще одно ответвление было. Может, туда заглянем? Давай, давай, давай. Обязательно. Блин, он ведет с кандалой. О, фу. Я разбил корзину с жертвенными головами. Разлетелись во все стороны. Да не одну уже. О, орудие из огня вылазят. Инфернальный зомби. Ну ладно. Сидели, грелись. Палаш. Орудие пыток прикольно. Разрушаешь, оттуда там пилы вылазят всякие. Прям представляешь, как по кости там. Тупой ржавой ножовкой, ага. Да? Офигеть. То ли дело, болгарка, чик и все, и даже сразу понимаешь. Да-да-да, мне тоже так больше нравится. Отрезал. А вот именно пилой это, конечно, жесть. Да, я тоже не поклонник. Я ж тебе о чем. Звук-то какой там, бук-бук, полетели бошки. Так, она пошла сюда. По-моему, это два разных пути к одному и тому же месту, мне кажется. Это хорошо. Так, характер, да. Беда пули. О, хочу это. О, вот он, смотри. Это мне нравится. Могильный уволень. Сорвалился. Вчера на кладбище. Могильный уволень был отправлен в могилу. Так, ну все, курган сделали небольшой. А, ты там еще дерешься? А тут. Местные, да? Да, местные достают. Мобилка есть? С камерой. Позвонить. Да-да-да. Ой, помню, да, это не время, когда у нас вообще так вот жутко в центре города вот эти подводники стояли. Я думаю, сейчас будет подготовка там. Мотивирование друг друга, типа you can do it, you can do it, а ты тупо пробежал. Ох, нифига тут с погреба вылазит. Забарит, шнягу нажимаешь, шипать идут на них, баба. Не, я обожаю определенно это подземелье. Да, пока что самое крутое. Только бери для колдуна. Я не смогу, я не смогу это сделать. Да сколько там. Подумаешь, там попало на зубы. А там внизу вообще пекло. А, то есть прямиком, да? Дьябли. Ага. Вот так это делать. Оп! Ну, браховат отправил. А! О, смотри. Да-да-да, идет. Блин, да офигеть, мне столько двуручного оружия выпадает. И все. Вообще ничего не выпадает. Говнецо. Побольше. У меня сейчас уровень будет. Левел ап. У меня для чародея все. Это какой у тебя уже там уровень? Сейчас будет 14. Отлично. Ох, хорошо. По-моему, я это зря сделал. Нормально. Угли быстро потухли. О, ползут. Это, наверное, имеет смысл на всяких там инферно сложностях. Да, да, да. Там уже надо как-то думать, выживать. А здесь пока что я с балансом вижу очевидные проблемы такие. Сложности вообще нет. Челленджи. Но да. Круто все равно. Просто не знаю, как интересно было бы мне прокаять одному. О. Или тебе одному. А вот в кооперативе, по-моему, самое оно. Самое, да. Так, по-моему, мы пришли, значит, там у нас была развилка. Ну ладно, сейчас уже туда не пойдем, наверное. Да, пошли уже на второй уровень. Офигеть, тут цепи. Так, хватит, блин. Как в Mortal Kombat, кстати, помнишь? Орудие пыток. В кислотную такой бассейн, там на крюках спускали. Ага. Классная локация. Что-то там рычит впереди. Тут, смотри, тут все в крови, и мы к этому не причастны. Нет, это меня очень даже настораживает. Даже как-то обидно становится чуть-чуть. О, там к нам девушки идут познакомиться. Одна ушла обратно. Вторая.
Она, прикинь, она летела и на лету вокруг своей оси вращалась. А это нечестиво. Существует холоп прямо. Это те, которые лежат. Чмо. Они, видимо, за то, что мы их обзываем. Восстали. Мстить нам начали, да. Так, военный топор пусть лежит. Я не могу мимо пройти. Мимо этого тем более. У тебя ноги. Ох, нифига, я улетел. Ой, замедлил. У тебя ноги все обуглены уже, наверное. Да-да-да. Ну, понимаешь, шаолин, надо по углям ходить нормально. Паус старает, отбрасывает. Паус старает, отлетает. О! Блин. Я хочу ее убить. Я остановлюсь сильнее. Ой, сколько все вкусного повыпадало. Ясно, шипастый кулак зимы, это, наверное, твое. Возможно, кстати. Да, монах. Кстати, отличный кулачок. Лучше, чем мой кастет. Ты, в смысле, отрубил себе кулак и новый поставил? Ну да. Ну а чё? Маньячина. Брутально. Воля, тут какая-то ванна крови, я не знаю, что это. Где? А, блин, купаться надо? Да мы и так по уши в крови. С ушей свисает, да, что-то сукожили. Брутально, конечно. Ох, бля. Я так и не понял, сколько их тут летело от меня. Побоище. Смотри, это все с него накапало? Или специально сюда? Я думаю, тут не первый просто. Лянь их, сколько там в клетке в этой лежит. То есть, во-первых, там тесно. Во-вторых, блин, я даже там по полтела висит. Да, и вкусно пахнет, наверное, еще. О, насчет запаха. Я думаю, ну, вообще огонь. Вообще огонь. Вообще огонь. Фига. Дэнчик. Слушай, вот это вот я не понимаю просто вот цели вот этого вот чего. Я не знаю, честно. Сюда просто загоняли пинками кого-то, похоже. Он стоял, умирал. Просто это... Не знаю. Просто... Как это? Так, ладно. Ключи висят. Блин, мне определенно нравится эта локация. Ну, ой, по-моему, я обжегся. Тесачок такой, соответствующий. Она высасывает. Как это называется? Я отметил нового призывателя, а он мне вообще у него жизни не убивает. Алчный бандит, я его мочу. А, это лаги были? Походу. Так, лови, лови его. А, все, отлично. А, я только понял, про кого ты говорил. Так что, на тебя вся надежда была. Так, опять мертвый. И опять же, Пюпитер. Прочитаем пятую наконец-то часть. Наконец-то я свободен от темных сил, которые пытались подчинить себе мой разум. И вижу то, что происходит на самом деле. Эти жалкие людишки хотят ослабить меня, украв Альбрехта. Но у них ничего не выйдет. Может быть, они поймут это, когда увидят насаженные на копья головы своих жен и детей. Брутально. Суров. Я тебе там клейкое мыслительное зеркало со знаком льва нашел. Фига себе. Вон он лежит. Видишь его, да? Интересно, куда ты его себе пришпандоришь? Я уже ничему не удивлюсь. Это интимный странные вопрос. Странные люди, монахи. Так, дух? Это интимный вопрос. Шпок. Ой, ой, огонь. Не сейчас я себе это зеркало надену такой. Звук какой, да? В кадре не видно. Так. Резко поменялось. Блин. Ну, да. Топор военный еще лежит. Ну че, пошли туда. Пойдем туда. О, этот выводок целый. Кстати, уровень-то надо посмотреть, что у меня там было-то. Нет, я еще не заработал. Чуть-чуть осталось. Удар в прыжке, железное сотрясение. Ого, из бочки раздувшийся труп вылез.
Везет. А ты вообще как, можешь представить, что в этой бочке? Пыточная бочка, то есть для чего она? Что там, как, каким образом, то есть происходило? Может, а просто... Где? Да, вот тут было. Ну, что, как? Закрывали намертво нам в твоей бочке, сиди себе. Ну да. В раскоряку. Капец. Угу. Так, я открыл какой-то бросок оружия, но мне нужно теперь метательное оружие. Отстой. О, интересно. Или оно может накапливаться? Так, открыл. Аккуратно. А, вот. Сэма в стиле Сэма Фишера вошли. Да. Слышишь, наоборот, правда. Просто, просто швыряется. Так, ладно, вроде все довольны. Игорь поднял меня на новые высоты. Игорок! Я тут развел какой-то ад. Ну а че? Ураган удар. Притянуть к себе всех противников в радиусе 24 метров. Вот интересно. Угу. Смотри на себя. Подожди. Сейчас. Вот тут какие-то еще пассивные способности. Ликующая душа. Максимальный запас духа. О, это хорошо. Да, вот я и говорю как раз, что пассивные способности у нас давно открыты, и нас матерят в комментариях, что мы их не используем. Какая судьба? Ну, ты даже на полторы серии позже меня просто узнал. Хотя я говорю. Так, держи. Что это такое у тебя? Это ураганный удар. О, кольцо ранения. Это дробовик Сол. Так. Блин, где кольцо? Похоже, на правильном пути. А вот он, я сейчас шары долблю. Ну что, давай пока затишье данную серию завершать. Ну, давай. Давай на перекрёсток Квин туда. На распутье. Да, чтобы в следующей серии понимать, что вообще, куда идти, на что да как. Окей, ну, в кровищу мы пришли. Ага. Да, в следующей серии, блин, это вообще просто офигенная локация, мне она очень нравится. Пока да, самая-самая. Да, прям такая в духе первых частей. Короче говоря, в следующей серии убьем всех и тут. Ну и все. Цели на следующую серию. Какие у нас еще могут быть? Увидимся, в общем, завтра в следующей серии. С вами были Артур и Артем. Всего хорошего. Всем пока. Пока.